Фамилия, имя, отчество? Вознесенский Андрей Евгеньевич. Число, месяц, год рождения? 25 ноября 60-го года. Где вы родились? Ленинград. Где вы зарегистрированы? Можайск, улица Мичурина, дом 1, квартира 37. Там проживаете? Ну, там выходит. Когда вы освободились из межлишения свободы? 15 ноября 2013 года. То есть вчера? Да. Или сегодня? Сегодня. Сегодня. Сразу прибыли в город Москву? Прибыл в город Москву по предписанию, в Можайск приехать и поставить на учет, это же 3 года надзора. Значит, вы по надзору будете вставить город, на учет, да, в городе Можайске, Московской области, да. И там проживать вот по выше указанному адресу? Да, 3 года. 3 года. Общий срок нахождения в местах лишения свободы ваш? 4 года, 4 месяца. Это последняя судимость? Последняя судимость. А статьи? 126 и 161. А в общей сложности сколько провели в местах лишения свободы? Ну, очень много. Почти 28 лет с половиной, если считать со времен Брежнева. Вором в законе являетесь? Ну, что сделать? Зачем я буду про себя говорить? Пусть за меня люди скажут. Ну, являетесь или нет? Ну, куда-то этого деться. Что есть, то есть. Уголовное имя? Ну, куда-то этого деться. Сознаюсь, может плохо, но суровая российская действительность. Уголовное имя ваше какое? Хобот. Наколки имеете? Ну, спасибо Бог, что вам плохого сделал. Я понял.